В этом году красноярцам пообещали сократить сроки отключения горячей воды. На каждой из трех ТЭС пройдет только одна плановая остановка оборудования сроком на 11 дней. График ремонта на объектах СГК уже согласован. Для сравнения, в прошлом году потребители ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 оставались без воды 12 суток, а в 2015-м было два отключения по 16 суток. Напомню, что не все дома в Красноярске получают тепло и горячую воду от сибирской генерирующей компании. Есть несколько небольших котельных, где еще не определились с периодами отключения. В свою очередь, на теплоцентралях уже идет подготовка к периоду летнего ремонта. Ремонтная кампания уже, в принципе, стартовала, и станции приступили к плановым ремонтам на том оборудовании, которое сейчас можно постепенно выводить из, собственно говоря, применения, и потребители этого не ощущают, поскольку мы не приостанавливаем подачу тепла и горячей воды. Тем не менее, текущие ремонты уже идут. А вот в конкретные дни будут проводиться ремонты, связанные с основным оборудованием, то есть полная подготовка станций, уже такая, скажем, капитальная, к предстоящему сезону, и совмещены будут эти ремонты с проведением гидравлических испытаний.